Доброе утро, мои дорогие. А мы собираемся в город. Надо за интернет заплатить. Велосипед отремонтировали, но педаль опять свалилась. Видимо, чем-то там зажимать нужно покрепче. Вот. Мы с Танюшкой в белом. Ну, а у меня новая микроволновка. Samsung и работает, крутится. Да, у сына моего золотые руки, все умеет. О, мы едем на пляж. Через деревню, через Калину, через Калиновку. По хреновой дороге. А на квадрике нормально. На квадрике, на то он и квадрик. Вот сейчас проедем и вот. Новый дом построился. Новые дома. Это просто рай. Нас только подкушает. Смотрел там такой клиренс. Мы ездили тогда на Линкином Пежо. Ну, правда, со стороны оттуда добирались. Когда Закрывай. Держи за руку его, Гришка. О! Тихо, машина. Пойдем. Беги. Дорога какая растрескана. Будет учить ребят ездить. Ну, я за ними-то не пойду. У меня что-то сегодня так нога болит. Ну, это ненадолго. Корова гуляет. Идите, идите. Идите. Аня. О. Пока! Маму углядели. Иди к нам, мамочка, кричат. Убираем, 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 убираем. Оно все падает и падает. Когда уже оно совсем облетит. Занавеску всю сдуло. Не могу найти второй телефон. Сашка, видно, куда-то засунул. Первый арбуз в этом году. Слушайте, такой вкусный. Прям, ой. Даже я себе позволила кусочек съесть. А эту Костя семечки грыз, надо подметать. Да. И я этого не стесняюсь. Мы любим семечки, хотя мы и не сельские жители. О, мы едем на пляж через деревню, через Калину, через Калиновку. По хреновой дороге. А на квадрике тут нормально. На квадрике, на то он и квадрик. Вот сейчас проедем и вот. Новый дом построился. Новые дома. Это просто рай. Смотрел там такой клиренс. Мы ездили тогда на Линкином Пежо. Ну, правда, со стороны оттуда добирались. Как там? Закрывай. Для лошадки кто это? Коровы. Молодые. Подоехали, куда квадрики. Мычки.
трясет, девчонки, конечно. Вон и море. Ой, там овечки. Приехали. Марина, помнишь, мы сюда каждое лето с вами, с Сережей, с Мариной заезжаем. Сейчас поднимусь вон туда, схожу наверх. Плавает женщина. Вась, смотрите, видно вам, сколько медуз маленьких? Она не беленькая. Такое место на самом деле. Ну да. Интересная эта дорога. А место такое обычное, конечно. Ну да. Камушки. Сашка, там станет скользкий, а остатенький такой. Холодная вода. Давай, проверяем. Ну для меня холодная. Сейчас проверим. Скользкое. Ходи, да. Скользко, да? Скользко. Здесь вот наверху красиво. Холодно, Гриш? Нормально. Ой, все. Ведь как расскажут, как покажут. Можно подумать, там прям. Так, и все пошли смотреть каких-то тараканов. Ой, не могу я. Ну, что-то как-то не очень, да. Купание-то пока идет. Какое оно море-то еще не прогрелось. Холодно было все время. Меня вот умиляют вот эти вот цветочки, которые растут просто вот на камнях практически. Такие же вот, как звездочки маленькие. Восемь сегодня у меня на градуснике был вот, ну, в самый, скажем так, пик. Так. Так. Приехали. Заехали на самый верх. А куда едем? Катаемся, Саша. Саша, все нужно конкретно. Куда едем? Куда едем? Да. Что это бессмысленная трата времени? Не говори. Да, а у меня, видишь, как налепили на цемент, а заделать не заделали они. Ну это блоки, мама, ракушки так затерты, а у тебя, ну, тебя наделано просто как типа плетняк на кого-то на... Типа, что это такое вообще, там куча каких-то ворот, это что, там территория какая-то с башней? Это гараж. Наверное. Не знаю. Это гром какой-то. Мишки строят вообще из чего попало. Лишь плиты, перемешку с какими-то, что-то где-то, что нашли, то поставили. Че, смотри, дизайн там какой-то, смотри. Какие-то эти. А он, видишь, он все камнем все обложили. Что-то задумал. Кто все?
Саша. И Лена. Доброе. Смотри, крутится от ветра. Я. А куда едем? Катаемся, Саша. Смотри, море с другой стороны. Саша, все нужно конкретно. Куда едем? Куда едем? Да. Что это бессмысленная трата времени? Не говори. Видишь, как налепили на цемент, а заделать не заделали, а ну это блоки, мама, Маркуш, не так затерты, а у тебя наделано просто как типа непонятно, как будто на это. Что это такое вообще, там куча каких-то ворот, это что, там территория какая-то с башней? Это гора. Не знаю. Гром какой-то. Мишки строят вообще из чего попало, лишь плиты, перемешку с какими-то, что-то где-то, что нашли, то поставили. Что есть, смотри, дизайн там какой-то, смотри. Какие-то эти. А он, видишь, он все камнем все обложили. Моих там что-то задумал. Мама! Кто, Саша? Из Лена. А, я. Ой. Кто проедем? Смотри, крутится от ветра. Я. Не дома сказка. На море. Все собрали в кучу. А почему? Там белый дом стоит. Да. Что за знак-то, правда, такой? Ну, это и руны могут быть. Почему да. Фашистские? Фашисты-то взяли из рун из наших. Да? Из языческих, конечно. Вон он, мельница. Белый дом. Я не слепой. Вот видишь, белый дом. Я не слепой. Вот это вот тоже строят. Не знаю, может, года два. Что-то строят. Кран тоже наверх поднимать, блоки видны или что-то. Угу. Эксплуатируемой крыши поделаем. Такой капитальный, не из этого, не построенный из... Не из ракушника, а из нормального блока. Конечно, кстати, будем реально какой-нибудь нормальный блок. С бетоном, с бетоном. С плитом, да, еще. Ага, о, а тут да, вон из фанеры чего-то. Это не фанера, это каркасничек такой, да? Удочка, да. А так. Вон кафелем отделан. Тоже вот года два строят. Короче, первый этаж, и там поднимаешься по лестнице, там спальня такое место. Вот номера. Что-то тоже номера. Старинное какое-то, нет, видно, да, дорога ужасная. Дорога ужасная. Костя, Гриша не понимает, что такое кайф на квадрике. Я ему говорю, что ты на квадрике не катаешься? У всех кайф, свой кайф, да. Свой кайф. Кому-то нравится, кому-то нет. Что-то не нравится, что-то нравится. Ну, каждый такой говорит, на квадрике, который еще там полтора года стоял, как-то не кайф. Если только полтора года, да, из-за этого точно. Не, ну все равно нормально. Не, он нормально работает, четкий квадрик, целенький весь. В отличном техническом состоянии. По моей логике работает. Гришка всегда отличался осторожностью. Летает. Истребитель. Они там выкрутасы, оказывается, над пляжем делают. Как говорится, правильно. Господи. Это просто была такая песня. Проблема. Проблема. Масса поет каким-то. Так, тиктоки обычно. Машина уже больше стала. Давай 40 рублей. Давай шапку. Эй! Ой, я возьму вещи. Вон, видите, народ уже.
Давно ли я была-то тут? Ну все, сезон открыт. Открылись все палатки. Ну, что я вам хочу сказать, не знаю, как вещи, сувениры все, какие были в том году. Они же и есть. Ну, вот как это? Что это? Кафе около там. Что-то я как-то... Так, хватит вам это оружие покупать, да сколько ж можно? Половина у нас есть уже. Вот именно, так, половина класс. Есть. Тут калаш, он еще не вон, он новый. Здравствуйте. Ой, запашок такой. Там готовится что-то, шашлыки что ли жарятся. О! Во! Народ! Ну, понятно, только начало сезона. Вот он летает. Вчера вот это над домами грохотали. Сашку мне разбудили. Ну, народу еще немного. Но это только начало июня. Сейчас пока приехали со школьниками младших классов, у кого нет экзаменов, ну и с детским садом, как у нас. Брали будку. Был тут этот, смотрел за морем, но он, правда, никогда не смотрел. Так, что-то Гришаня по пояс в воде ходит. А наш-то, это чегрошонок-то мелкий. Так, к мальчишкам. Ой, мои хорошие, сегодня разговаривали по видеосвязи с Егоркой из Болгарии. Он такой смешной, девочки. Вот он так за это время, с октября, он так уже вырос, изменился. У него еще там эти скобы на зубах. Ну, такой смешной. Я говорю, Егор, ну как у тебя дела с болгарским языком? Он говорит, я все понимаю. Ну и говорю, но стараюсь отвечать, когда мне прям вопрос задают. Я говорю, вот видишь, как хорошо, у тебя есть время на обдумывание. А Костя позвонил ему утром. А он еще спал. Костя говорит, а что ты не в школе? Он говорит, у меня же каникулы. Такой милый рыженький. Как я по ним скучаю. По нему, по Кире. Брали будку. Был тут этот. Смотрел за морем. Но он, правда, никогда не смотрел. Так. Что-то Гришаня по пояс в воде ходит. А наш-то, это чегрошонок-то мелкий. Так, к мальчишкам. Ой, мои хорошие, сегодня разговаривали по видеосвязи с Егоркой из Болгарии. Он такой смешной. Девочки, вот он так за это время, с октября, он так уже вырос, изменился. У него еще там эти скобы на зубах. Ну, такой смешной. Я говорю, Егор, ну как у тебя дела с болгарским языком? Он говорит, я все понимаю. Ну и говорю, но стараюсь отвечать, когда мне прям вопрос задают. Я говорю, вот видишь, как хорошо, у тебя есть время на обдумывание. А Костя позвонил ему утром, а он еще спал.
Костя говорит, а что ты не в школе? Он говорит, у меня же каникулы. Такой милый рыженький. Как я по ним скучаю, по нему, по Кире. Потом здесь сырки. Все, буковки взорвались. А два тебя забыл. Нет буковки. Я буковки. Меня тут накачивай. И тебя вот так. Холодный, да? Под абочку возьми. Давай, ложись. Ложись. Чебурям закапываю. Спасите нас. Тихо. Люди, тут детей закапывают. Чьи дошки? Помогите нам! Это не пляжные развлечения. Сейчас еще шашлык нас ожидает на мангале. Болтуха! Что, мои дорогие? Еще один день пролетел, как пуля. Красота. Ну что, давайте прощаться до завтра. Не забывайте, девочки, скоро розыгрыш. В комментариях поставьте, отметьте друга своего или подругу, кто кого. И все, и участвуйте в розыгрыше. И чтобы вам всем повезло, мои дорогие. Девчонки, простите меня, комментарии ставлю только сердечки. Но я читаю, просто нет времени совсем. Вот. Будет время, я поотвечаю. Устаю просто, просто. Вот время 20 минут 9. Я стою и меня качает. Только бы до койки. Так что давайте, мои солнышки, пусть у вас все будет хорошо. И у меня тоже. Все, я вас обнимаю, целую. Я про вас все время помню. Хорошего вам вечера и спокойной ночи. Давайте, пока-пока, мои дорогие. Only to move when the tide is high.